Ну, я думаю, штук до 200, 150. Я думаю, что в принципе нормально. Бурлит хорошо наш лифтный фильтр. Почему не стал сюда садить, ребят? Здесь долечиваются рыбки у меня, раз. И второй момент, здесь такая помпа, которая их перемелет, просто как мясорубка. Они лезут туда, в эту помпу. То есть запомните, есть ли вот нюансы. Такой, ребят, вот это вообще заслужит отдельного видео. Нюанс, если вы собираетесь разводить малька анцитруса, и у вас есть выводок, сразу ставите вот такой орлифный фильтр, убираете помпу. У меня был горький опыт, они туда залазят, их перемалывает, они очень сильно любопытные. Было то, что и застревали в фильтре, самочка, он у нас полулысая такая, плавает, да, вообще невменяемая просто. 2 недели просидела она. Она с той стороны залезла, застряла там и сидела 2 недели. Ребят, поэтому обязательно будьте внимательны. Плюс здесь нет обогревателя. Здесь обогреватель у нас есть 26 градусов, 25 минимум, 26-27. Идеальная температура для выращивания малька. В общем, смысл такой. Аэрлифтный фильтр вместо помпы обязательно. И второй момент, то что температура у нас должна быть не 24 градуса, чтобы большой падеж мы засекали с вами, а должна быть температурка у нас 26-27. Все, надеюсь, все будет четенько. Потом мы себе кого-то из этих мальков обязательно оставим, отберем самых крупных, самых красивых. Думаю, 20-30 штук, и с них будем делать поголовье уже такое, как говорится, как надо, которые будут нам давать мальков, мы будем их с вами продавать. Надеюсь на это. Все, ребят, такие дела. Вот, кстати, наши малинезии и снежинки. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.